Изучать состав воды, почвы и воздуха. Теперь это так просто, а главное – доступно. В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта образования у ребят 5 класса школы номер 3 очередное занятие по экологии. Тема – загрязнение окружающей среды, в частности, водоемов Ленинско-Кузнецкого. На сегодняшнем занятии мы продолжили эту тему. Естественно, сегодня было не первое занятие. Эта тема очень обширная. Она занимает большое количество часов в нашей программе. Наша программа направлена непосредственно на исследовательскую деятельность. И ребенка, естественно, нравится. Узнавать что-то новое, делать это самое главное самому. Елена Квашнина, учитель начальных классов, чтобы обучать ребят по программе дополнительного образования, прошла специальные курсы квалификации. Под ее руководством ребята сравнивали по своим свойствам и качествам воду из-под крана и уличного водоема. Очищали жидкость с помощью специальных фильтров, рассматривали каплю воды под микроскопом. В школу номер 3 спецоборудование пришло еще летом. 2 электронных микроскопа, 2 световых, компьютерная техника, 2 экспресс-лаборатории для химического и биологического анализа. Все это позволяет детям в полной мере почувствовать себя настоящими учеными, экологами, исследователями. В нашей школе с 1 сентября проходят дополнительные занятия по экологии. Называются «Экология от А до Я». Здесь мы с ребятами проходим разные опыты и пытаемся сделать нашу землю чище. В школе номер 3 развивается не только естественно-научное направление. Благодаря активным педагогам работа по дополнительному образованию учеников ведется и по другим сферам. На этом мы не останавливаемся. В рамках программ дополнительного образования педагоги нашей школы активно разрабатывают программы, и мы работаем по таким направлениям, как художественная направленность, социально-гуманитарная. На базе нашей школы еще работает 8 программ дополнительного образования. По программе «Экология от А до Я» занятия в школе номер 3 проводят среди учеников с 5 по 8 классы. Классы разделены на группы по 15 человек. У каждой группы занятия 3 часа в неделю. Для юных экологов оборудован специальный кабинет. Анна Кириллова, Василий Обухов, Ленинск ТВ.